Накануне Дня физкультурника на стадионе «Спартак» особая атмосфера. Здесь собрались люди, для которых выражение «спорт – это жизнь» обретает буквальный смысл. Профессионалы своего дела. Мы гордимся успехами нашей олимпийской сборной, которая достойно представила страну в Токио. С этого начал свое обращение к ним губернатор. Беспрецедентное давление и противоэпидемические ограничения не стали преградами для наших. Отдельной благодарности и уважения заслуживают рязанцы, которые прошли долгий и сложный путь к Олимпиаде и уверенно выступили на ней. Евгений Луканцов, Олег Гусев и Анастасия Долгова, наш земляк Денис Дмитриев. Все они показали невероятный уровень мастерства, а их тренеры проявили себя как талантливые и целеустремленные наставники. Победы на международной арене, успехи на различных соревнованиях – это не просто повод гордиться вами. Это наглядный пример и мотивация к занятиям спортом для всех рязанцев. Приобщение жителей региона к регулярной физической активности, здоровому образу жизни – один из наших главных приоритетов. Николай Любимов напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу довести к 2024 году долю систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей страны до 55%. Сейчас в Рязанской области эта доля близка к заявленной, по словам главы региона, в абсолютных цифрах – это 478 тысяч человек. Мы идем к поставленной цели и обязательно ее достигнем. Ведь развитие физкультуры для поддержки талантливой молодежи и массового спорта уже ведутся и, безусловно, продолжатся. Он добавил, что за прошедший год появились ФОК в Старожилово, 5 площадок для подготовки и выполнения норм ГТО в районах, крытый каток в Рязани. Здесь же начали строить футбольный манеж, модернизировать спорткомплексы в Ряжске и поселке Лесной Шиловского района. Именно в районах, в небольших населенных пунктах, обычно и зажигаются настоящие звездочки. У нас такой фабрикой талантов называют спортивную школу Евпатий Коловрат из Спасск-Рязанского. У нас много отделений открыто. Отделение смешанного боевого единоборства, спортивного борьба, джиу-джитсу, футбол и плавание. Ну, конечно, больших успехов мы добиваемся смешанных боевых единоборств, так как я являюсь представителем этого направления. Вот, мы его давно развиваем. У нас есть чемпионы, победитель первенства России Даниил Горшков, чемпион, победитель первенства мира Дарья Сидорова. Вот она тоже вот только недавно с Софией приехала с Болгарии. Часто личным примером тренеры, спортсмены мотивируют и взращивают новых звезд спорта. Меня отец в секцию единоборства дал, в секцию рукопашного боя, к Жирихову Евгению Александровичу еще в 12 лет. Он меня со Спаска в Рязань возил. Я занимался, добился довольно-таки неплохих успехов, был призером России. Вот, ну и как бы отдал свою работу тренерской работе. И 20 лет работаю на этом поприще. Олимпийские виды спорта популярны больше, но и эта сфера не стоит на месте, развивается, появляются новые современные виды. Мастер спорта по художественной гимнастике, тренер Анна Градусова вот уже 5 лет является представителем совершенно нового направления. Физическая гимнастика – это новый неолимпийский вид спорта, который развивается в нашем регионе с 2016 года. Девочки выступают в командном виде спорта, представляют свои упражнения естественными движениями тела и набором обязательных элементов. Первый раз я его увидела в Санкт-Петербурге, этот вид спорта, эстетическую гимнастику. Появилась очень интересная идея, почему бы в нашем регионе не появиться такому прекрасному виду спорта. Тем более, что девочки выступают в команде, это очень ярко, красиво. Опыт прошлых лет показывает, что развитие физкультуры и спорта наращивает обороты. В 2021 году планируется возвести еще один открытый комплекс и 3 площадки ГТО. Спрос весьма велик. Нормативы комплекса ГТО в регионе, как отметил Николай Любимов, сдали уже 30 тысяч человек. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город».